это улица у нас Малиновского. Так по прямой поедем в сторону Гвардейки. Промчались с ветерком. Тут как-то издалека с улицы Малиновского увидел огромную черепаху. Ну, кстати, как можете видеть, вот изморозь, там где тенечек. В общем, ночью, походу, был мороз. Небольшой, но был. Тут какой-то истукан стоит. Что-то, видимо, со славянской культуры. Или что, с дерева. Вырублен, вычесан. Тут другой вопрос. Интересно, это или дерево здесь было, оно засохло и решили сделать, или его сюда поставили. Кто что знает об этом чуде. Ну, а мы сейчас вон к той желтой черепахе подойдем. Не знаю, тут ли раньше какой-то парк был или что. Видно, что некоторые здания тут вот разрушенные, какие-то постройки. Это все эти изваяния, каменная вот черепаха стоит. Ну, в общем, подскажите, что тут был, парк или что. Я его и раньше сдалека замечал как-то. Ничего примечательного, но тем не менее, походу, какая-то история. Матеевте. Что-то здесь было. Так, снова выходим на Малиновского. Это я отвлекся, скажем так, от основного маршрута. Сейчас напоминаю, что мы сейчас движемся в сторону поселка Калинина. Ну, а конечная цель у нас будет Ганзовка, где мы с вами уже были, но это было давно. Движение уже более веселое здесь, чем было утром. Люди маски уже носят даже на улице. Ну так, их отодвигают только на подбородок. Потому что везде, в любых местах общественных, надо одевать маску.
поэтому легче ее не снимать. Так, нам по прямой дальше, по Малиновского. По сути, мы сейчас идем параллельно улице Победы, она у нас идет по левую сторону. Сейчас там через рельсы перейдем и окажемся в поселке Калининский, или поселок Калинина. Какие домики тут симпатичные, двухэтажные коттеджи. Так, ну а вот и рельсы, шпалы. Тут какой-то потоп, собаки воют. Тут как так красиво, тут тень, там солнце, это все в цветах желто-зелено-красных. Красивый кадр. Да, согласитесь, если был бы дождь, допустим, или какая-то мерзкая погода, то красоты я в этом бы не увидел вообще никакой. А так, душа радуется. Тут такая полянка классная, зеленая трава.
Так, это у нас улица Крылова. У меня уже знакомая улица, не знаю, как вам. Было время, я по ней часто катался. Сейчас мы едем в сторону улицы Ткаченко. Мини-маркет. Мини-маркет Водолей. Прям врезаемся в него. Это по улице Тегеранской. Следующая улица у нас вроде Таганская идет, а потом Ткаченко. Три улицы на букву Т. Так, а мини-маркет у нас и не работает, кстати. А вот рядышком магазин Рабочий. И тут, кстати, я ехал, вдруг вспомнил, что недавно прочитывал я комментарии по каким-то видео. И кто-то меня попросил показать улицу Ботаническую. Я по этой улице уже проезжал, но опять-таки это было давно. Конкретно она дома не была названа. Но то, что проехать по этой улице, попросили. Ну, и так как я буду рядышком, наверное, заедем и на эту улицу еще раз. Там многоэтажное здание. Во двор заедем, наверное. Ну да, так и будет. Улица Тегеранская. Мы сейчас движемся по ней. Первый у нас будет поселок Калинина в нашем пути. Вот мы туда и заедем. Ну, в принципе, мы уже по Калинина едем, если я не ошибаюсь.